Я вас всех приветствую Его любовью. Я рад видеть вас здесь. Я понимаю, что здесь находятся в основном люди, братья, по большей части сестры, которые трудятся с детьми, может быть, отчасти с подростками. Я очень рад, что на этих сибирских просторах есть так много людей, которые посвятили себя служению подрастающему поколению, то есть нашим детям, те, которые в это время, с одной стороны, свободны от гонений, и с другой стороны, как никогда наполненные искушением, посвятили себя служению тому, чтобы помочь этим маленьким, молоденьким душам найти свой путь ко Христу, понять путь следования за Христом, познать славу Божью, увидеть драгоценности Евангелия. Это очень важно, это очень ценно. И вместе с тем это очень ответственно. Это очень ответственно. Это очень серьезно. В брак, воспитание детей – это брак самый дорогостоящий. И он имеет самое длительное действие. Его исправлять очень тяжело. Наставь юношу при начале пути его, он не совратится, когда состарится. По-немецки это место звучит так. То, чему мальчик будет приучен с детства, он будет держаться до конца своей жизни. Жизненные привычки, мировосприятие ребенка, оно будет очень во многом определять его жизнь. Конечно, Бог по своей благодати дает грешникам покаяние, сокрушает сердца и полностью меняет мировоззрение, правда? Благословляя человека. Но мы никогда не должны пренебрегать той благодатью, которую Богом нам дана. И та благодать, которая дана детям верующих, в том, что они родились в верующих семьях, это личный разговор Бога к ребенку из верующей семьи. Этот разговор будет отличен от разговора, который Бог имеет, например, к наркоману или человеку, находящемуся за тюремной решеткой. Если мы пренебрегаем Божьей благодатью в той форме, которой она нам подается, будь то преступник, который слышит Евангелие в тюрьме, или ребенок в верующей семье, если пренебрегается благодать в той форме, которой она подается, это чрезвычайно опасно, потому что совершенно не очевидно, что Бог потом подаст человеку, упустившему эту благодать и пошедшим путям мира, ему эту благодать в форме как преступнику. В этом смысле ваше призвание – это быть сосудами Божьей благодати. Это для нас очень важно. Поэтому я рад, что вы пришли сюда. И я скажу, чем ближе приближалось время моего слова, тем больше у меня страх в сердце появлялся. Потому что я должен говорить в присутствии великого и святого Бога о Его святости, Его величии. И должен что-то вам говорить. И это чрезвычайно ответственно. Поэтому я хотел, чтобы мы все находились, слушая внимательно и молясь внутренне. Наша с вами конференция в моей части, да, не только я, там вот у Павлика Скороделова есть слово, еще у братьев. Оно состоит из 5 тем. Это личное хождение пред Богом, подростки, достигать любви, взаимоотношения с родителями и молитва. 2 сегодня, 2 завтра, и последнее – это утром, по-моему, в пятницу или в субботу. Последнее – это утром в субботу. Я чем больше вглядывался в эти темы,
то я вдруг с какого-то момента стал понимать, что они все на самом деле довольно сильно взаимосвязаны. И одновременно показывают с очень разной стороны, достаточно разносторонне, те стороны, которые связаны со служением среди детей и подростков. Я думаю, что это не случайно, потому что я понимаю, что в какой-то степени темы возникали из разговоров, да? Из разговоров с теми, кто трудится. Мне-то они пришли просто, дали их на руки, они не прошли по факсам там или как их пересылали. Я получил их, только приехав сюда. Вот, но они рождались, я так понимаю, из глубин вашего сердца, из глубин ваших потребностей. И они довольно многообразно и многопланово охватывают все то, что связано с работой среди детей. Первая тема – это личное хождение пред Богом. Я думаю, она очень правильно поставлена на первое место. Потому что надо сказать, что личное хождение пред Богом каждого человека вообще и человека, трудящегося в Господе в особенности, это на самом деле наряду с постоянным, не просто каким-то времени отведенным, но наполняющим всю жизнь поклонением Богу, это самое главное. Наряду со всеобъемлющим, обнимающим поклонение Богу жизнь, это одно из самых главных. Об этом говорит 49-й Псалом. «Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Поэтому вопрос личного хождения пред Богом – это и ваш личный вопрос, и это вопрос вашего служения, и нашего тоже, и моего. Мне по делу моего служения, неся епископское служение, приходится периодически работать со служителями, постоянно и периодически готовить братьев к рукоположению, на достижение, как мы говорим. И я с каждой группой всегда провожу одну тему. Ваши отношения с Богом должны на полшага идти вперед вашего служения. И то, что относится к служителям, то, что относится ко мне, то относится к тебе. Ваше отношение с Богом должно быть самое маленькое, на полшага больше впереди вашего труда. Я хочу сказать, это не только в вопросе труда важно. Апостол Павел не случайно сказал, что смиряю и порабощаю мое тело, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. При всем очень огромном благословении того труда, который несут христиане, в частности вы, работая среди детей, надо сказать, что все-таки Бог призвал нас не просто совершить какую-то работу на земле, а Бог призвал нас к спасению, правда? И поэтому для нас очень важно, чтобы мы никогда не увлеклись чем-то, что Бог нам даровал, будь то служение, будь то дарование, будь то пророчество, никогда не увлеклись им больше, чем построение наших отношений с Богом. Потому что какая польза человеку приобрести весь мир, а душе своей повредить? Я хочу сказать, это очень серьезная вещь. Я, как ни странно, попал на эту проблему, наблюдая за некоторыми сосудами в России, под Москвой. Там были люди, это были сестры, если не в сестрах тело, которые в какое-то определенное время были очень сильно использованы Богом. К ним приезжали братья с разных мест, ставили нужды и получали ответы, слава Богу. Но там было одно «но». В старости эти люди оказались совершенно плотскими людьми. Откровения прекратились. Но, знаете, это тогда заставило мое сердце вздрогнуть. Я, вникая в это, не просто чтобы разобрать этих сестер, а чтобы вообще понять, почему такое может произойти, пришел к такому выводу, что эти люди какое-то время шли за Богом, возрастали в Боге, Бог их благословил, Бог дал им дарование, сильные проявления Духа Святого, они этим увлеклись. Вы знаете, это очень приятно, когда Бог тебя использует.
даже, может быть, как учителя и как сосуда. И человек живет этим благословением, переставая наблюдать за своим путем. В результате он перестает собирать и начинает расточать. Это не сразу заметно. Но кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Он начинает это все расточать. И наступает момент, когда у него больше ничего нет. Бог не может его больше использовать, а он крепко сел на мель. Это очень тяжелое состояние. Поэтому я хочу сказать, я не хочу сейчас навести на вас какую-то панику, или чтобы вы сказали, ой, я лучше трудиться не буду. Ни в коем случае. Это будет неправильно, неразумно, недуховно и не соответствовать истине. Но я хочу сказать, что трудясь для Господа, для нас всегда все-таки самое важное – наше отношение с Богом. Я сказал сегодня одну фразу, это, в принципе, цитата из Лютера, который однажды сказал, «Я никогда не боялся проповедовать плохо, но очень часто, стоя за кафедрой, я был исполнен страха, что я должен стоять в присутствии великого и славного Бога и говорить Его славе и Его величии. Что бы мы ни делали, имеем ли мы успех или имеем мы трудности, в центре остается наше личное хождение пред Богом, который является главной и определяющей частью всей нашей духовной жизни, наряду с тем, что мы постоянно поклоняемся, чтим, служим Богу и живем для Его вечной славы. Вот эти две вещи, они являются центральными. И на это необходимо обратить серьезное внимание, личное хождение. Кроме того, я хочу сказать, что личное хождение, оно по большей части определяет и наше помазание, на труде. Сегодня существует очень такая большая опасность, я ее называю профессионализация служения. Когда люди стараются обрести профессиональные навыки, быть чему-то научены, я не скажу, что это совсем все неправильно, схватить, что нужно, и реализовать это. Но на самом деле для Бога самое главное, какой человек находится на этом месте, на месте труда. Для Бога важна духовность. И в наше время, время свободное, когда очень большая нужда в делателях, когда нива очень неожиданно и сильно расширилась и остается таковой, когда подчас нам, братьям, трудно находить делателей для дела Божьего, и хочется, чтобы люди побыстрее созрели, а плоды не зреют быстрее, чем Бог им определил, то в этот момент появляется опасность, что мы заменяем духовность профессионализацией. Я не хочу сказать, что человек не должен быть ничего научен. Должен быть. Естественно, если я хочу вам проповедовать, я должен уметь хотя бы по-русски читать, правда? Если я приехал в Германию, а там молодежь не понимает по-русски, то мне надо было срочно двигаться в направлении языка. Потому что иначе я с молодежью ничего делать не могу. Они по-русски говорят, но они могут спросить, что такое блюдечко. Ну, ты знаешь, что такое блюдце? Да. Ну, так блюдечко – это маленькое блюдце. А. Но вы представляете, что можно дальше говорить с таким пониманием русского языка? Они будут с вами прекрасно говорить, но они не могут взять ни одной богословской темы. Ни одной духовной темы. То есть надо какие-то вещи знать, понимать. Если я собираюсь работать с детьми методами, которыми работают с пожилыми людьми, это дело обреченное на провал. Но все-таки самое главное для Бога – кто стоит на этом месте? Мы приближаемся с вами к Рождеству Христову. И мы будем говорить о том благословении, которое принес Христос на эту землю. И мы видим, читая Библию, что это благословение воспринимали люди, окружавшие его. Волхвы, пастухи, наверное, другие люди. Мы видим, что его личность, она кого-то влекла к нему, а кого-то отталкивала от него, приводя в ярость царя Ирода, готова была убить массу младенцев ради того, чтобы уничтожить Христа. Но люди получали благословение, а он ничего не мог делать. Он же был настоящий человек. Он не мог даже сказать маме, что я хочу есть. Он плакал. Он ничего другого не делал. Он уничижил себя.
Бог положил себя на руки обычной человеческой женщины. Но он был благословением. Он был благословением не от того, что он в этот момент исцелял людей, проповедовал. Просто на этой земле, исполненный греха, появился безгрешный человек, чья совершенство и святость была свет во тьме. Это явление Духа. Слава Христу! И я хочу сказать, это центр. И это определяется не тем, что ты, входя на урок, делаешь благочестивый вид, а это определяется тем, кто ты есть, и это определяется тем, кто я есть на моем месте. Это определяется для каждого брата. Это может не видеть человек, это может не видеть пресвитер, это может Бог через сосуды не сказать. Он тоже не все всегда говорит. Но это Бог видит. И помазание, которое обеспечивает наше служение, оно либо есть, либо нет. Либо оно возрастает и течет, как елей по бороде Аароновой, либо эти реки мелеют. Поэтому личное хождение – это в центре. Это личное хождение – это в центре. Я хочу сказать, для учителя это важно еще по одной причине. По очень важной причине. Дело в том, что учитель – это центр в обучении. В обучении центр является не программа, а личность учителя. Тут и ходить далеко не надо. Я вам сейчас задам вопрос, на который я не сомневаюсь, какой вы мне ответ дадите? Какие у вас были самые любимые предметы в школе? Обычно там, где были хорошие учителя. Знаете, иногда даже, может быть, предметы, которые нас интересовали, они потом не стали в нашей жизни что-то определять. Но личность учителя, даже по-человечески, это определяющее. Если брать человеческое, это его интеллект, это его человеческие качества, это его способность подойти к людям. Это в 100 000 000 000 раз важней в случае духовного. Потому что проповедь наша не в явлении, не в премудрости слов человеческих, но и в явлении духа и силы. Это не значит, что придя на урок, вы должны 5 человек исцелить, из 2 бесов изгнать, что-то еще сделать. Это будет нет. Явление духа и силы – это то, на чем строится вера детей. Это когда вдруг сердце человека касается Бог, ему становится что-то понятным. Он начинает плакать. Ему приходит озарение. Вы знаете, Бог иногда сам говорит что-то детям. Это явление Духа. Я уже рассказывал, я всю свою юность, детство до обращения интересовался очень много наукой, искусством, культурой. И вы помните, это было атеистическое время. И они все время говорили, что наука противоречит религии. Я всегда был уверен, что это неправда. И вдруг однажды мне закралась такая мысль, а вдруг все-таки действительно так будет? Что тогда? Вы знаете, я помню мысль, которая в тот момент мне пришла. Если все-таки когда-нибудь наука будет противоречить вере, тем хуже для науки. Для меня, человека, мыслящего тогда наукой, я понял, это Бог тогда говорил ко мне. Для меня была такая очень интересная мысль, которую я вдруг открыл для себя. Она вложилась. Вы знаете, мне уже не 7 лет, не 14 лет, мне уже 58 лет. Но я помню тот урок. Это убеждение, которое вкладывает Дух Святой. И если мы находимся на том месте, как преподаватели или вы находитесь, то Бог хочет, чтобы кто входит в класс, это было Божье присутствие, Божий разум. Божья любовь. Ты входишь в класс как Божий представитель. Или делающий дело Божье небрежно, прости Господь, или с сокрушенным сердцем, ходя пред Богом. Потому что мы не имеем ничего, чтобы мы не получили. Когда-то апостол Петр сказал этому человеку хромому у Красных Ворот, «Золота, серебра у меня нет, а что имею, даю тебе». Вот мы входим в класс, что мы имеем? Это не вопрос ума. Это не вопрос, сколько ты книжек прочитал. Это не вопрос, сколько ты курсов прошел. Это на своем месте. Но не это в центре. В центре кто входит туда? С каким багажом? Что за спиной? Какое отношение с Богом?
И это рождается отхождение пред Богом. «Ходил Енох пред Богом, и не стало его». По-немецки это место переведено «И ходил Енох в божественной жизни». Он ходил в божественном присутствии. Он ходил в Божьей близости. Он ходил в страхе пред Богом. Он ходил в вере пред Богом. И это на него влияло. Если я захожу с холодного воздуха в теплую комнату, я постепенно согреюсь. Если человек дружит с гордыми, он возгордится. Почти наверняка. Так написано, что худые сообщества развращают добрые нравы. Если человек старается ходить в присутствии Бога, речь не идет о твоем или моем успехе. Речь не идет. Мы думаем, что ходить пред Богом – это что-то сделать. Делать надо то, что Бог спрашивает. Но приходящий Богу должен верить, что он жив и ищущим его воздает. Духовная жизнь созидается не просто моими или твоими усилиями, а духовная жизнь созидается работой Бога в нас. Работой, на которую должен быть ответ – доверие и послушание. Тогда, когда мы делаем то, что Бог хочет, но делаем потому, что мы верим. Вот это в центре. Это очень важно. Кем являешься ты? Кем являюсь я? И на самом деле ты можешь выучить наизусть целые учебники, даже Библию. Но ты не сможешь вложить в сердце детей то, что Бог хочет вложить. Я был маленьким ребенком, и моя бабушка мне сказала, они меня в детстве звали Чук. Чук, я вижу Бога в каждом листочке. Но это по-другому было связано. Я 4-й Ричард подряд, и надо было как-то сокращать. Ричард, Ричард, Чук, у меня Чук остался. Это не играет большой роли. Вот, сокращали так потихонечку. Я вижу Бога в каждом листочке. Я помню, что я сделал. Как только она вышла, я подошел к стоящему там фикусу или что-то, и давай крутить лист. Я ничего не видел. Много лет спустя я стоял в Подмосковье. Знаете, как это в России перелески чередуются с долинами? И вдруг, увидев эту полусоснеженную красоту леса, я вдруг увидел Бога там. И я могу его видеть с того момента. Но я хочу сказать, я очень благодарен, что бабушкино сердце было убеждено, что она видела Бога там. Ты можешь вычитать сколько угодно, что Бога можно видеть везде. Но если ты его не видишь, ты не сможешь ничего ребенку сказать. Это будет звучать фальшиво. Это будет звучать не по-настоящему. И это то, что сегодня во многом не хватает. Людей, которые везде Бога видят. Видят Бога в небе, в утренней заре. Видят Бога на заснеженных просторах Сибири. Видят Бога, когда они одни. Видят Бога везде. Которые умеют Богом наслаждаться, ценить Его и любить Его. Для которых сокровище Евангелия действительно сокровище. Которые их действительно ценят. Я хочу сказать, это не так просто дается. У нас у каждого есть плоть, от которой мы освободимся, только когда Бог даст нам новое тело, сообразное славному телу Его. Слава Господу! Но поэтому мы должны постоянно умерщвлять дела плотские духом и возрастать в благодати и познании Иисуса Христа. Здесь никто не должен разбиться от того, если он чего-то не видит или чего-то не имеет. Здесь надо, умоляясь пред Богом, устремиться вперед, собирая с Христом. Ты не можешь это сделать, и я не могу это сделать. Знаете, я, оборачиваясь на пройденный путь, очень часто удивляюсь, как Бог много сделал в моей жизни. Я помню, как я рвался к некоторым вещам. И моя голова все время упиралась в стенку. Я помню, как я хотел как можно быстрее достичь высот. И Бог меня все время обвинял в несмирении, поощряя к ревности. Но я должен сказать, Он сделал что-то и в моей жизни, и в твоей сделает. Сделает тогда, не тогда, когда мы нетерпеливо за 5 минут хотим стать взрослыми людьми. Как у меня была одна дочка, она сказала, папа, я хочу быть 14 лет, я был 4. Я говорю, Рут, ну, конечно, ты будешь через 10 лет, а я завтра хочу. Сейчас ей уже почти 30, это все проходит быстрее, чем мы думаем.
Я давно пролетела, уже 14 лет, и у нее уже 5 детей. Вот. Но мы хотим быстро. А Бог растит так, как Он хочет. Я хочу сказать, нам кажется, Он делает медленно. Он делает очень энергично, очень эффективно и очень качественно. То, что мы схватили, мы также теряем. То, что Он сделал, оно остается. Поэтому для нас важно ходить пред Ним. Наше личное хождение пред Богом в этой божественной жизни, в вере и страхе Божьем. И это определяет то, что мы имеем. Это то, что будет фонтанировать из твоей жизни. Потому что если ты преподаешь примерно детям, ну я просто к примеру говорю, а твое сердце занято тряпками, это вылезет. Хочешь ты или не хочешь, там, где сокровище твое, там сердце, оно вылезет, понимаешь? Оно вылезет, чем ты интересуешься. Оно вылезает, кто интересуется музыкой, кто интересуется математикой. Я просто пару слов сказал, где же это было, в Новосибирске, по-моему, да? Пару слов сказал что-то о музыке. Сразу подошли сестры и стали задавать вопрос о музыке. Они занимаются музыкой в церкви, я их понимаю. Но оно сразу откликнулось. Мне не надо было много искать, кто там музыканты. Они сразу стали задавать вопросы. Оно вылезет, то, что внутри нас есть. То, чем мы живем, то, где наше сокровище. Оно вылезет, как проявление Духа. И поэтому пусть Бог поможет нам внимательно наблюдать за нашей жизнью, чтобы она была действительно жизнью постоянного, пусть идущего через искушение, а не ровно наверх, постоянного следования за Господом. Учение у Него, возрастание в Нем, с готовностью нести крест, с готовностью умоляться. Я думаю, что вот это центральное. Я думаю, вы понимаете меня. То, как мы ходим, то мы можем принести. То, что мы собрали, то мы можем принести. То, что Бог сделал в нашей жизни, то, что мы имеем. Не требуется там совершать чудеса исцеления, но сердце, горящее любовью к Богу, сердце, знающее ценности Божьи, это сердце может детям принести то, что надо. Она везде это благоухание, познание Христова будет распространять, потому что она этим благоуханием дышит, потому что она этим благоуханием наслаждается, потому что она этим благоуханием живет и потому что она хочет в своей жизни отражать то, что Бог дает ему. Чарльз Спёрджин, я думаю, вы знаете это имя, да? Он сказал однажды: «Я проповедую Евангелие 24 часа в сутки, иногда словами». Вот это очень важно. Я проповедую Евангелие 24 часа в сутки, иногда словами. Вы заходите иногда в класс, но все, что было до этого, все, что вы собирали с Господом, оно вас сопровождает. Не получится сделать из себя учителя. Не получится сделать из себя любящего Господа человека за 15 минут до вхождения в класс. Конечно, не все у нас получается. Написано, чтобы мы не согрешали. А если кто согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника. Не надо делать из себя отличника. Надо жить как человек, который живет милостью Божьей. Есть люди, которые не могут быть не отличниками. Есть такие люди, которые, когда они получают плохую оценку, они просто раздражаются. И есть такие же люди в духовной жизни. Оно что-то не идет, он разбитый. Но это неправильно. Надо продолжать уповать на кровь Христа. Потому что свидетельство нашего завета с Богом есть мы, служащие Богу Духом, хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Мы не надеемся на свои способности, мы не надеемся на свой разум, мы не надеемся на свои силы, мы не надеемся на свое богатство, мы не надеемся на наше прошлое образование, которое мы получили. Мы хвалимся Христом Иисусом. Он есть наше достоинство. Апостол Павел говорит: ничего не имеем, но всем обладаем. Слава Богу! Ничего не имеем, но всем обладаем. Если Христос – наше сокровище, если мы умеем в трудностях жить Его милостью, мы научим детей этой милости. Если мы ломаемся под любым обнаражением нашего недостоинства или готовы бросить все только потому, что у нас плохо что-то идет, мы никогда не сможем научить детей милости. Мы должны этим жить. Мы должны Господа за это благодарить. Но принимая Его любовь, мы должны учить
учиться двигаться этой любовью. Я уже вчера это говорил. Любовь Христова объемлет нас, или по-немецки «любовь Христова движет нас», рассуждающих так. Если один умер, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Это и есть наше личное хождение пред Богом. Жить Христу, служить Христу. Не просто делами. Духом служить. Служащие Богу духом. Для Бога очень важно не только обилие того, что я сделал, а для Бога очень важно, с какими мотивами, с каким желанием. Знаете, в каком духе? У меня был такой случай. Господь благословил меня на проповеди, и народ плакал. И в это время пришла такая мысль. Ты сегодня хорошо проповедовал. Такие мысли дьявол подбрасывает, и их надо отражать. Я пропустил. Я подумал, сегодня действительно хорошо. А в это время я услышал голос. Сын мой, эта проповедь будет благословением для всех сегодня, кроме тебя. А вот этой единственной проглоченной фразой все испортил. Ну, я каялся, я молился. Понимаете, это очень важно, в каком духе мы делаем. Ругают ли нас? Хвалят ли нас? В каком духе мы стоим? Обрезание – это мы, служащие Богу духом. Как мы относимся к детям, когда они нас внимательно слушают? Как мы относимся к ним, когда они нас не слушают? Как мы являем любовь, насколько она нелицеприятна к тем, кто хорошие ученики? У всех же бывают хорошие ученики. Да еще бывают и любимые в придачу, и те, которые все время нам мешают. Или таких у вас нет? Я думаю, есть. Вот когда мы можем действительно являть эту Христову любовь, когда о самом слабом больше попечения. Я не хочу теперь отбросить тех, которые идут хорошо. Слава Богу и за тех, и за тех. Оно вот с чем связано. Это происходит в жизни. Ты не можешь учиться этому только в школе. Это мучится человек тогда, когда он наблюдает за путем своим. И вот это очень важно. Я думаю, я вам показал важность. Важность сейчас вот этого хождения пред Богом. Теперь я хочу немножечко поговорить на тему, вообще, каким образом все это хождение выглядит. Мы откроем с вами 23 главу Матфея. И прочитаем 25 и 26 стих. Может быть, немножко неожиданное, что я хочу прочесть. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Я хочу сказать, хождение пред Богом начинается с внутреннего. Я хочу, чтобы вы сразу поняли, я не противопоставляю внешнее внутреннему, как делают харизматики, которые говорят, Бог не смотрит на внешнее, а только на сердце. Я думаю, что если мы действительно не только устами приближаемся к Господу, а приближаемся к сердцу, то мы соблюдаем Христовы заповеди. И значит, стараемся быть святыми пред Ним в духе, душе и теле. То есть внешнее оно играет свою роль, но к этому мы придем позже. Но все-таки оно начинается с внутреннего. Оно должно начинаться с внутреннего. Потому что если оно внутри нету то, что надо, то внешне ничего не сделаешь. Вот я смотрел, как ведется борьба в некоторых церквях, скажем, и эту борьбу надо вести, я ничего не скажу. Например, с этими разрезами на юбках. Вы знаете, мне было даже немножко интересно посмотреть. Вот что не скажешь, что делать, они слушаются. Они убирают, но придумывают что-то новое. Ничуть не лучше. Но потому что плотские помышления закону Божьему не покоряются и не могут. Понимаете, это как говорят в России, это как мертвому припарки. Оно не помогает.
Значит, ему скажешь, брюки не носить, а не такая юбку оденешь, что просто в дрожь бросает от того, что на человеке натянуто. Потом еще что-нибудь придумается. Так не запретишь. Оно что-то новое придумывается, потому что оно внутри. Оно внутри. Мы не потому верим, что мы делаем, а мы делаем, потому что мы верим. Понимаете? Когда-то моя жена сказала мне, я удивляюсь, как ты оставил университет. Меня действительно из нее не выгнали, я его оставил на последнем курсе. А я сказала, ты знаешь, для меня вообще это не была потеря. У меня все внутри поменялось, мне перестало быть это интересно. Я хотел жить только для Господа. Я не говорю, что все должны оставлять институты, я знаю, что у вас есть люди, которые учатся. Это были мои пути, и это были те года. Я скажу, смиряться пред Богом в каких-то повседневных обстоятельствах было для меня тяжелее, чем оставить учебу. Оно истекало из какого-то моего внутреннего убеждения, что я стал хотеть искать в жизни своей. Для меня это потеряло интерес. Я не думаю, что в моей жизни это было неправильно. Потому что Бог повел меня своим путем. Я не говорю, что все должны сейчас бросить учебу. Я, наоборот, доволен, что у российской молодежи появился интерес учиться. Хотя мы к этому вернемся, когда будем говорить о подростках. Сейчас мы не будем это касаться. Но я хочу сказать, здесь должно быть внутреннее убеждение. Если человека нету внутреннего убеждения, что целомудрие красиво, он всегда будет находить способ одеться нецеломудренно. Если у человека не будет внутреннего убеждения, что кротость и смирение – это центральные качества христианина, на который все остальное одевается, так Христос сказал, научитесь меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Он будет всегда вести себя дерзко. Если человек отношения с Христом будет ценить меньше, чем свой успех в деле церкви, его от харизматии почти невозможно спасти. Это будет 100% все время сползание в эту сторону. Поэтому очень многое она определяется именно внутренней жизнью. Именно тем евангельским мировоззрением, которое должно быть в человеке. И не только евангельским мировоззрением. Оно должно определяться как обновлением ума в духе, так и обновлением внутренних привычек. Потому что тогда, когда человек что-то понял, это еще не все. Это полдела. Очень важное полдела. Но есть такие ситуации, в которых мы хотим смиряться, а оно не смиряется. Хотим молиться, а оно не получается. У совершенных чувства навыком приучены развлечению добра и зла. Понимание – это хороший маяк на пути, но это еще не духовность. Духовность приходит от постоянного общения с Богом. Подобно тому, как если я седу к батарее, я не вижу, есть из батареи, но это не так важно, вон есть, то я даже замерзший согреюсь. Может быть, на это требуется время. Греемся-то мы у батареи, правда? Мы не греемся никогда утюгом сильно замерзшим. Хотя утюг гораздо энергичнее передает тепло. Но так никто не делает. Скажет, дай мне утюг, я замерз, погрею себя. А мы греемся у батареи, которая дает в меру тепло. То точно так же и здесь. Понимание – это еще не духовность. Духовность – это то, чему Бог нас учит. Бог учит духовности не просто как каким-то истинам. Ого, я понял, как надо делать. Это могут и профессионалы делать. Бог учит духовности так, как об этом сказано у Моисея в 102-м псалме. Он открыл дела свои, он показал пути свои Моисею и сынам Израилевым дела свои. На Божьих путях, тогда, когда мы следуем за Христом, когда мы внимательны к Его голосу, когда мы находимся в молитвенном состоянии, когда мы ищем подражать Ему, когда мы хотим быть верными Ему, когда мы хотим нашу любовь к Нему, которая пришла от Его любви, выразить достойным образом. Выразить достойным образом. Он не всякую жертву примет, правда? Он никогда, Бог, не соглашался принимать, например, ягнят с длинными ногами. Он даже говорил, вместо благоволения гнев вызовите. Вот тогда, когда мы хотим принести жертву достойную Ему, когда мы хотим явить нашу любовь Ему достойным образом, не просто как харизматики кричат и говорят, мы чувства выражаем. Но когда моя маленькая дочка прибегала мне и кричала, я говорю, так ты перестань так кричать. У меня, говорит, чувства такие. Я говорю, я понимаю, что у тебя такие чувства, но ты в придачу ко всему, что чувства имеешь, ты еще и человек.
Я понимаю, когда я вхожу в двор, и собака радостно меня встречает и громко тявкает. Она собака, с нее что спросишь. Но ты должна свои чувства правильным образом выражать, достойным человека, не кричать на весь дом от того, что тебя чувства переполняют. Я понимаю, что человек, недавно переживший спасение, только крещенный духом, он не может ничем управлять. Но потом учится, и благословение не уходит. То есть это должно вытекать из желания проявить нашу любовь к Богу достойным образом. Это достоинство выражается не только в том, что мы делаем все совершенно. Оно выражается очень часто, когда мы в страхе Божьем и в верности Богом стоим там, где на нас приходит испытание. Почему написано «блажен человек, который переносит испытание»? Знаете, в разные времена, в старые года, когда братьев могли отправлять в вузы на 10, 15, 25 лет, ведь оставались молодые жены. Представьте себе. Вот они поженились, его через 2 недели арестовали, ей 24 года, ему дали 25 лет. А сколько он придет? Вы представляете, что такое для молодой жены? А может, и не придет. И не приходили. И почти всегда находились люди, мужчины, которые были очень внимательны к этим женщинам. И не все устаивали. Но я думаю, что человек, который возвращался с УЗ, и, может быть, вспоминал все те испытания, которые выпали на долю его жены, он ценил ее любовь гораздо больше, хотя он ее уже 25 лет не видел, чем когда они, может быть, где-то после брака сидели рядом, обнявшись, и смотрели, как течет Обь или Москва-река или что-то другое. Я думаю, что в тот момент, когда на человека надвигаются какие-то трудности, я сейчас беру позицию молодой жены, она остается верным своему мужу. Это гораздо более сильное проявление любви, чем когда она подходит сзади, обнимает его и говорит: «Ты мое сокровище». Вы понимаете, что я говорю? Это речь идет и о нас, в отношении к нашему небесному жениху. Что это достойное принесение любви не означает, что мы можем сейчас только сделать, что Бога достойно. А это означает, что мы Ему доверяем, в Нем пребываем и сохраняем себя верными. Тогда, когда, может быть, очень тяжело. Когда жизнь, кажется, не устраивается дольше, чем хотелось бы. Когда в это время подходит кто-то, кто не в Господе и пытается тебя куда-то увлечь. Когда твоя жизнь, кажется, не идет с таким духовным возрастом, как ты хотел или хотела. Когда ты устал или устала, и в этот момент хочется отдохнуть, отойти, сесть в сторонку, чтобы, умоляясь пред Богом, мое и твое сердце продолжало стоять на Божьих путях, пока Дух Святой не научит нас отдыхать только на этих путях. А Дух Святой научит нас отдыхать только на этих путях. Я знаю, что тогда, когда трудно и тяжело, вот у меня все сидят свидетели, братья, которые говорят: я ни в другом месте не могу отдыхать, кроме как на Божьих путях. Не правда ли? Вот это важно, к этому прийти. Это не только удел епископов и пресвитеров. Это удел всех святых, которых призвал Бог, которых Бог призвал быть подобными образу Сына Его, отражать Его совершенство, качество Его характера, или, говоря языком послания Галатов, принести Богу плод Духа, прославляя Его. Поэтому это начинается всегда с внутреннего. И распространяется на всю жизнь. Я хочу сказать, это начинается с нашего отношения к Слову. Христос сказал к уверовавшим в Него иудеям, к уверовавшим людям: «Если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Познаете истину, истина делает вас свободными». Здесь слово «свобода» употребляется не в смысле «я делаю, что хочу». Здесь слово «свобода» означает освобождение от греха, от зла, от всяких таких человеческих привычек, которые недуховные, носят недуховный характер. Это свобода любить, это свобода Духу Святому в наших сердцах, где Дух Господень, там свобода. Это то познание истины, которое позволяет нам жить, как говорит Священное Писание. Христос сказал, что у тех, у которых, тех, кто верит в Меня, как говорит Писание, у них из чрева потекут реки воды живой. Это вот эта свобода. И она определяется прежде всего пребыванием в Слове.
Заметьте, здесь не написано, кто хорошо понимает слово, кто умный, чтобы все знать наизусть. Здесь написано совершенно другое. Если пребудете в слове моем, то есть постоянно быть в слове, оставаться в нем. Когда момент радостный, не забыть о слове Божьем. Когда момент трудный, остаться в слове Божьем. Когда, кажется, опыт жизни учит нас свернуть, поступить не по Слову Божьему, прибыть в Слове Божьем. Когда Слово читается, радоваться им и славить Бога. Когда оно не читается, помнить, что как дождь и снег сходит на землю и назад не возвращаются, но делают ее способной произвращать семя для того, кто сеет, и хлеб для того, кто ест. Так и Слово мое. Оно не исходит от меня тщетно, но совершает то, для чего я послал его. Это 55 глава Исаии, по-моему, 8 стих, но вы найдете сами. Я не помню сейчас точно, это не так важно. 55 глава Исаии. Я хочу сказать, это прибыть в Слове Божьем. Это осветить все стороны Словом. Все стороны. Понимаете, мы все люди. Люди очень разные. Иные каются очень эмоционально, иные очень сухо. И эти сухие, они завидуют эмоциональным. Ну, может быть, не завидуют, а говорят, о, какой он. Зато когда попадают в искушение, то часто эмоциональные смотрят на сухих. А как же он верный остается? А я хочу сказать, у Бога есть совершенно другая цель. Он хочет вырастить нас в меру полного возраста Христова. И он выращивает нас, как учеников. Он учит нас. Это не урок математики, физики, биологии, обществоведения. Это уроки Духа, в котором он рождает в нас веру. И учит нас служить Христу в обновлении Духа. Слава Господу! Для этого надо пребывать в Слове Божьем и Слово Божье любить. Знаете, я когда открываю Библию, я некоторые места наизусть знаю. Но цель Библии не просто получить информацию. Один пришел ко мне и говорит, слушай, что мне надо? Я говорю, тебе надо больше Библию читать. Я, говорит, ее все уже прочитал. Я говорю, все? Я уже все знаю. Я говорю, это слово не для того дано, чтобы мы только его знали. Христос сказал, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, все, что не попросите, получите. Слово Божие должно жить в нас. Оно должно двигаться в нас. Оно должно утешать нас. Оно должно освещать нас. Оно должно во всех ситуациях стать светильником ноге нашей, светом стезе нашей. И каждая новая ситуация, в которую ты попал, она не случайна. Потому что эти дни записаны в книге Божьей, когда ни одного еще не было. Это не рок, не фатум, не судьба. Это великая любовь Божья, которая знает тебя и меня лучше, чем мы себя знаем. И поэтому он знает, что Рихарда вот тут надо подправить. И пришел день. И для того, чтобы меня подправить, только когда день пришел, я обращаюсь к Слову. Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Но Слово Божие рождает надежду на Бога, веру, утешение. Вы знаете, это иногда похоже, как в темную комнату. Закрыли, и куда-то идти надо. Сделал шаг, в шкаф уперся. Думаю, сейчас еще куда-нибудь упаду. Но потом тьма рассеивается. Слово Божие учит нас в каждой новой неизвестной ситуации уповать на Него, надеяться на Него. Сначала мы начинаем делать тихие шаги, потом они становятся все больше. Слово Божие учит нас пребывать в Его заповедях, а что мы пребываем в Нем, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его. А что в нас пребываем, узнаем по Духу, который Он дал нам. Когда мы строим на основании Слова, то тогда помазание получает силу. И мы не ошибемся в восприятии, что Бог делает, а что не Бог. С нами никогда не будет так, как с Самсоном, который встал с обрезанными волосами и сказал, пойду и буду поражать филистимлян, как раньше, не зная, что Бог отступил от него. А там было очень просто, надо было волосики потрогать. Надо было волосики потрогать, и все стало на место. А ведь опытный человек был, судья Израилев, знал, как Дух Святой действует. Но когда завет с Богом был порушен, все потерялось. Так и в нашей жизни. Когда мы любим Слово Божье, когда мы им утешаемся, когда мы в нем пребываем, оно будет нас растить. Это пройдет через искушение, это пройдет через какую-то борьбу, но оно не приходит напрасно. Второе, что очень важно, это вопрос молитвы. Я, может быть, не буду на молитве останавливаться, просто потому что последняя тема в субботу, она посвящена молитве. Но это очень важно. Молитва – это не просто «я молюсь, когда Бог меня благословляет».
Молитва – это великая милость Божья, дарующая нам возможность прийти в Его присутствие. Да, знаете, как есть такой псалом, что такой брачный псалом, где поется дом, что дом – это то, куда ты можешь всегда прийти. Знаете такое? Да? Да-да-да, вот это именно. Не стены, не окно, не мебель. Это там, где тебя ждут. Бог нас ждет всегда. Благословенных и измученных. Я хочу сказать, Бога надо искать в молитве всегда. Слово «молитесь непрестанно» говорит о том, что Бог хочет, чтобы наши сердца всегда стояли пред Ним колено преклоненное. Всегда. Это не только молитва. Мне пришлось когда-то работать в школе Кима, это не тот, который у вас был, там под Москвой был свой Ким, другой, из Америки. И там была одна такая корейская девушка, которой я все время говорил, ну что бы вам не прийти на наше служение, где хлопают и прыгают. Я говорил, мне скучно, она никак не могла это вместить. Как это так, вот так стоять на молитве и скучно? А потом получилась следующая вещь, может быть, вы где-то в моих проповедях уже это слышали. Когда она уехала домой и попала в ситуацию, где все крушилось в ее жизни. И она стала все свои вот эти харизматические штучки применять, и ни один не помогал. И тогда она попробовала делать вот то, что мы говорили, жить Христом. И она сказала, и в этот момент вдруг пришла помощь. И мне не хотелось ни хлопать, ни прыгать. Мне хотелось встать на колени и плакать. И я тогда ей сказал, послушай, я 25 лет назад так встал пред Богом на колени, и с этого счастливого состояния не хочу подниматься. Это состояние внутреннего, коленопреклоненного сердца пред Богом. Я хочу сказать, это не только теория. И это приходит, когда мы Бога ищем. Это приходит, когда мы молимся. Это приходит, когда у нас может быть борьба в молитве, но мы продолжаем это делать. Я понимаю, что есть ситуации, когда человеку может быть очень трудно одному молиться. Не стесняйтесь молиться с кем-то. Есть моменты, когда человеку очень трудно этот путь пройти, а вдвоем пойдет легче. Молитесь вместе. Нас старшие братья учили так. Я вот работал, этот газ обслуживал, когда я оставил университет. Они говорили, Ричард, слушай, вот там живут старенькие сестры. Ты никогда их мимо не проходи. Ты идешь по работе там от деревни к деревне, ты к ней зайди, помолись 10 минут, иди дальше. И мы так делали. Я хочу сказать, это прекрасно. Собраться вместе, помолиться. 10 минут, 15 минут. И там, где тебе одному трудно пройти эту дорогу, то вдвое дорогу осилят. Веревка втрое скрученная не скоро порвется. Поддержка народа Божья важна. Там, где двое-трое собраны во имя мое, там и я посреди них. И, может быть, сегодня тебе чья-то поддержка помогла молиться, а завтра твоя кому-то поможет. Но вот этот навык пребывания в присутствии Божьем, он чрезвычайно важен, слава Богу. Я хочу сказать, от этого очень много зависит. Знаете, иногда с человеком говоришь, он вроде не глупый человек, и не понимает духовных вещей, а другой схватывает сразу. Это почти всегда связано с тем, как человек любит слово и как он молится. Человек, который только читает слово и мало молится, он ограничивает помазание в действии. А человек, любящий молиться, он открывает сердце свое для действия Духа Святого, для помазания. У него отношение к слову, к другому. У него сокрушенное состояние Духа. Он чуток к действиям Духа Святого. Он начинает понимать тонкости. Не случайно Павел говорил, что разномыслия должны быть среди вас, чтобы открылись искусные. Я не знаю, как вы понимаете слово «искусные». Слово «искусные» – это означает «испытанные», «проверенные». Веселил был человек искусный в составлении тканей. Он имел особую мудрость и особый навык. Я думаю, каждая женщина в Израиле, она могла ткасть. Потому что она не покупалась в магазинах, а каждый ткал одежду. Но вот у этого человека была какая-то особенность. Он мог это делать особенно мастерски. Он был искусный. Вот люди, которые столкновения мнений в церкви, они всегда открывают людей, которые знают пути Божьи, которые думают, что они знают пути Божьи, но на самом деле они их не знают. Вот эта искусность всегда связана с нищетой духовной, зависимости от Бога. Она связана с молитвой. И третья вещь, я вчера о ней говорил, уже тоже говорил, и третья вещь, она связана вот с чем. Она связана со смирением.
Я должен сказать, я думаю, мое мнение, что этим вещам очень мало сегодня уделяется внимания. И проповедь о смирении стала очень редкой. А там, где она несется, то она очень редко затрагивает глубины. Я скажу, на Западе это просто катастрофа. Это правовое государство, ну, Германия, другие страны, они знают, как настаивать на своих правах. Они знают, как умом понять те или другие вещи. Но Бог смиренным дает благодать. Бог смиренным дает благодать. Это одна из центральных вещей для того, чтобы мы принимали пути, по которому Бог нас ведет. Потому что Бог на своих путях учит нас своим истинам. Вы знаете, это иногда вещи, которые мы совершенно не можем вмещать. Я уже к братьям говорил, что когда я вспоминаю великие дела Божьи, я почти все время вспоминаю свои трудные моменты. В моей жизни был такой жуткий момент, когда у меня умер сын. Он был совсем маленький, ему было меньше 3 месяцев. Конечно, у меня больше детей не умирало, но тот для меня момент – это был шок. Это был для меня крепкий шок. Я единственное, что мог из себя выдавить – «Господи, ты видишь, как мне тяжело». Это был 5-й ребенок, 1-й сын. У меня, может быть, 10 детей. Я не знал, что у меня будет это 10 детей. Мне его всегда будет не хватать. И это правда. Но он в твоих руках, и я спокоен. Вы знаете, когда я эти слова произнес, как будто Христос подошел, у меня было такое ощущение, сзади и обнял меня. Там было такое очень долгое такое искушение, когда очень тонкое такое искушение, когда я шел по улицам, видел ребенка моего возраста, уже подраставших, у меня появилась такая мысль: а жаль. Вот он мог бы быть таким. И я знал, что в этот момент ко мне подходит дьявол. Эти пути надо было принимать. Но я вам скажу, хочу сказать, мне было так больно, но Бог в тот момент сделал меня другим человеком. Я не могу вам объяснить, что произошло. У меня появилось другое отношение к людям. У меня появилось какое-то другое сокрушение. А именно сокрушенное сердце, оно в состоянии воспринимать Божьи истины. Очень многие вещи, они приходят именно на путях смирения. Поэтому это смирение, оно должно быть. Оно должно быть тогда, когда у нас не получается. Потому что, чтобы мы не оставляли наше место. Написано, если ты вызвал гнев начальства, не оставляй твоего места, потому что кротость покрывает и большие проступки. Я сейчас это немножко переиначу, это место. Если ты видишь, что у тебя ничего не получается, что тебе кажется, ты никуда не пригодный человек, не оставляй своего места. Потому что ты не думаешь, что Бог тобой пренебрегает, но кротость, она не только покроет многие проступки, но человек, остающийся в тишине упования на Бога, он увидит силу Бога в своей жизни. Вот это очень важно. Я хочу сказать, тогда, когда у тебя есть успех, ты должен всегда бодрствовать и помнить, что это Бог тебе дал. Что все определяется не тем, что я или ты бы получили от Бога, а все определяется тем, как мы ищем славу у великого Бога. Те, которые ищут славу у людей, они не могут верить. А те, которые ищут славу у великого Бога, они возрастут в вере. Но что значит искать славу у святого Бога? Знаете, если вот я пришел что-то делать, и, может быть, человек, которому я что-то помогаю, он в этом деле не разбирается, он скажет: «О, Ричард, ты можешь эти вещи делать». Но если рядом со мной окажется великий мастер, мне будет стыдно рядом с ним что-то делать, правда? Я же понимаю, что я не умею. Мы пришли служить великому и святому Богу, в свете в которого мы все грешники, помилованные и прощенные, святые не потому, что мы хорошие, а потому, что кровь Христа это сделала, слава Богу. И всякий раз, когда мы имеем какой-то успех, мы все равно должны искать славы у Бога. Я хочу сказать, это утешает гордость, умаляет, убивает ее. Это заставляет по-другому смотреть. Потому что, когда я смотрю на мою жизнь, я понимаю, кто я есть, и ты тоже понимаешь. Оно не позволяет возгордиться в успехе. Когда ты вложил все свои силы, когда ты сделал все возможное, а братья тебя ругают, останься смиренным. Никогда не скажи: ну да, я столько сил вложил, и вы с меня еще что-то спрашиваете. Чего вы с меня спрашиваете? А что спрашивал Бог с Моисея, когда на горе
сказал ему, народ твой, который ты вывел из земли египетской, развратился. Это был Моисея народ или Божий? Это Бог вывел или Моисей вывел? Это Моисей так сказал, Господи, делай, что хочешь, я поведу. Нет, он сказал, Арона пошли, того. Наверное, Моисею было очень, очень больно, это слышишь, правда? Но Моисею не случайно сказано, что он был кратчайший человек. Он в этот момент молчал. Он знал, что Бог прав. Пусть обличает меня праведник, это елей, который не повредит голове моей. Я хочу сказать, в этот момент важно остаться кротким. Важно остаться смиренным. Важно что-то перетерпеть. Может быть, даже и лишнее сказано. Не буду спорить. Может, потом братья какие-то вещи попросят извинения за грубые слова. Но не расточай свои печали. Не расточай то, где Бог тебя созидает. Следи за своим личным хождением пред Богом. Учись извлекать из ничтожного драгоценное. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, обтвергающий обличение, блуждает. Вот это хождение пред Богом, оно чрезвычайно важно. Я думаю, вы меня поняли. Вот это центральные такие вещи, о них можно бесконечно говорить. У меня тоже все-таки время чуть-чуть ограничено. Вот. И я хочу сказать, это, конечно, должно проявляться в нашей повседневной жизни. Оно должно проявляться в нашей любви к святости, в нашей верности Богу. Оно должно проявляться в том, как мы общаемся с другими людьми. А это бывает иногда трудно. Но я хочу сказать, Царство Небесное не пища и питье, а мир, праведность, радость во Святом Духе. Вот это хождение пред Богом, оно помогает в этом возрастать. Вы работаете с детьми, вы очень прекрасно понимаете, я думаю, что нарушенный мир, он делает ребенка в 10 раз непослушнее. Еще говорит, ты что, сердишься, ты верующий? Тебе так нельзя. А что ему нельзя, это он забыл. А тебе нельзя. Брат Петр, а наша учительница с красными щеками стояла, когда со мной разговаривала. Надо научиться говорить истину с любовью. Научиться говорить прямо. Говорить, помогая. Знаете, у меня был такой момент, когда Бог мне сказал, прими твоих детей, какие они есть, и посвяти свою жизнь служению их воспитанию. Бог приводит к нам детей в класс, которых мы должны принять, как Христос принял нас в славу свою. Это не значит, что они такие должны остаться. Мы, может быть, не можем все сами поменять, но способность ходить пред Богом, она поможет нам в этой ситуации продолжать жить в Его присутствии. Это должно быть показано. Оно будет наполнять ваши сердца словами любви, словами правды. Любовь к правде, оно поможет вам говорить людям. Знаете, они говорят, а я по-другому понимаю. Вот мы сейчас ведем борьбу. Мы запретили в Бремени все фонограммы. Запрещаем всю электронную музыку и хотим перейти на натуральную. А мы по-другому понимаем. И надо это объяснять. Почему мы так делаем? Что мы так делаем? Но не нарушать свое сердце. Надо вещи какие-то показывать. Надо вещи какие-то объяснять. Это духовная борьба. Это не борьба кулаков, это не борьба интеллекта, это духовная борьба. Духовная борьба побеждает, победа в духовной борьбе дается Христом. Победа в духовной борьбе дается за счет торжества Духа. Духа правды над неправдой, Духа любви над ненавистью. Есть вещи, в которых надо стоять насмерть, любя людей, любя детей. Это важно. Это, естественно, должно показываться в вашей жизни, в вашей повседневной жизни, что вы любите Божьи пути, что для вас тихая и безмятежная жизнь по всем благочестии и чистоте драгоценной внешней броскости. Оно, кстати, очень во многом проявляется в том, как вы одеты, как вы приходите. Я вам скажу, как в одном из немецких переводов звучит 9 стих из 2 главы 1 послания к Тимофею. Вы знаете этот стих, да? Как должна женщина одеваться. А я вам сейчас прочитаю, как один немецкий перевод говорит. Что ваши жены должны одеваться стыдливо, сдержанно и неброско. Интересно, правда? Это полностью поперек всех влияний мод. Никакой экстравагантности. Это радость успокоившегося в Господе сердца. Там не надо эти реснички накрасивать, за которых я сегодня смотрел.
или что-нибудь пощипать себе, или сделать такую штуку здесь, не поймешь, то ли пони, то ли девушка. Человек успокоен. Я хочу сказать, вы должны понять, что какие вы входите в класс, они с вас пример берут. Конечно, если ты хочешь... Ну да, понятно. Братья говорят, я оденусь прилично. Он говорит, а я вчера видел нашу учительницу. Она не в классе была. Вы знаете, я вижу очень большой вред, который принесли нашим детям куклы Барби. Куклы должны рождать в девочках чувство материнства. А Барби – это сексуальная фигура. Так вот, я хочу сказать, как вы входите? Как Барби или как святые? Вот этот момент очень важный. Понимаете, я совершенно не хочу на тебя одеть картофельный мешок, чтобы ты думал, что ты святая. Есть вполне хорошая, нормальная, приличная, подходящая тебе одежда, которая не должна меняться каждые 2-3 года с переменной модой. И, естественно, не должна оставаться на уровне моды 50-х годов. Которая должна быть скромной, стыдливой, сдержанной и неброской. И быть в этом довольным. Понимаете, они на это смотрят. И видя довольного во Христе человека, который приходит им рассказать, который не зависит от всех страстей этого мира, оно успокаивает их. Я скажу, маленькие дети, они очень, почему-то очень расположены к молоденьким девушкам. Видимо, они видят в них что-то такое материнское, старших сестер, вы знаете это. Там никакого, ничего такого нечистого нет, но они тянутся. Вот я вижу, что, скажем, мои внуки, они очень охотно разговаривают с моими младшими дочерями, со своими тетушками. Им почему-то это очень нравится. Я хочу сказать, ваш образ, он останется в них. Понимаете, останется. Братья, и ваш образ, он останется, понимаете? Если из вас фонтанирует желание показать себя супергероями, они завтра будут делать это же самое. Если они видят вас... Людей благодушных в Господе, умеющих снисходить, умеющих нести и покрывать недостатки, это говорит очень много. Это великое слово. Ты начал говорить раньше, чем ты открыл уста. Это внутренняя успокоенность. Когда апостол Павел говорил, что женщина должна иметь кроткий молчаливый дух, я совсем не думаю, что он имел в виду, что она должна все время молчать. Я не знаю ни одного мужа, который выдержал, что жена 2 дня не говорила. Я думаю, первое, что он пойдет спросит сокровища, что с тобой случилось. Если она скажет, я следую Павлу, первое, что он пойдет к Алексею Арсеньевичу или к Петру. Скажет, пойди поговори с моим сокровищем, там что-то не в порядке. Но он не случайно это говорил. Так может жить только человек, который нашел свой покой в Боге. Ей не надо перепиливать мужа. Она знает, Бог даст ей все, что надо. Она уверена в своем Господе. И вот это важно. Вот это важно, дорогие мои. Это должны видеть они в вас. Ты не можешь это сделать. Понимаете, ты не можешь это сделать. Это может быть внутри. Это может быть внутри. Мне в этой связи всегда очень нравится, а может, он кого-то раздражает, этот пример Эйнштейна. Но эти были люди увлечены другим чем-то. Это был человек, увлеченный физикой. Он, как еврей, бежал из Германии, из нацистской Германии, приехал в Америку. Пришел его друг и говорит, Альберт, как ты ходишь? У тебя такой старый пиджак. Ты Нобелевский лауреат. Он говорит, какая разница, не все равно меня здесь никто не знает. Он приехал через 2 года в том же пиджаке. Говорит, Альберт, ну как тебе не стыдно? Я тебе 2 года назад говорил, какая разница, не все меня уже здесь знают. Понимаете? Но нас знает Бог. Нас знает Бог. И хорошо, когда Он видит нас, довольных, благочестивых, радостных, счастливых людей, которым не надо одевать на себя обтягивающую одежду, чтобы показать свои сексуальные особенности, привлечь кого-то. Когда я знаю, что моя жизнь в Его руках, Он прошлет мне как супруга, как жену того, кого Он хочет. Я могу в этом Ему довериться. Я могу быть Ему рада. Мне не нужно жить этими страстями. Мое сокровище – Христос. И эта благодать Его, она светит мою семейную жизнь, а также проведет через ее трудности, которые неизбежно бывают в ней. Тут и обманывать себя не приходится. И не надо такие розовые очки на людей надевать. Но с которыми я пройду,
ибо любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не надо надевать со себя монашеские вериги, да? Не будь в своих глазах слишком мудрым и не выставляй себя слишком строгим, зачем судить тебе, зачем тебе губить себя, но уклоняйся от зла, бойся Господа, всегда радуйся о Нем. Будь естественным, простым, скромным, неброским, счастливым, что Христос выстрадал за тебя человеком. Когда приходят эти искушения, не смущайся, не говори «я такой». Пойми, эта плоть сопротивляется, ее надо умерщвлять духом. Ее надо умерщвлять духом. Это может быть не всегда легко. Можно за это помолиться, можно прибыть в слове. Оно будет сопротивляться. Голиаф тоже сразу Давиду в плен не сдался. Но Давид победил его. Хотя был маленький мальчик, и твой духовный человек может быть маленький по сравнению с твоей плотью. Сколько он там, 22-23 года росла, прежде чем ты покаялся. И я тоже. Но Бог поможет, потому что мы идем не с копьем, щитом и мечом, а во имя Господа Бога Израилев, во имя Иисуса Христа. И тот, кто предал Голиафа в руки Давида, он научит нас видеть, как плоть покоряется духом. Слава Господу! Вот, я хочу сказать, вам важно быть внимательным, также приходя к детям, учитывая еще то, что они к вам очень внимательны. Очень внимательны. Прежде чем вы входите туда, вот ваша привычка должна быть аккуратной. Вы должны посмотреть. Вот если ты заходишь, у тебя один воротник вот так, а второй вот так, они будут весь урок хихикать. Может быть, даже не покажут тебе. Надо все-таки посмотреть, что ничего порвано нет, ничего. Нигде нет никаких пятен. Это тоже вырастает на самом деле из нашего внимательного хождения. Не требуется, чтобы ты выходил в таком глянцевом, скажет, о, ты посмотри, как кинозвезда пришла к нам. Но чтобы это было все-таки аккуратно. Вы знаете, вы не представляете себе, как они внимательно за этим смотрят. Чуть что неуклюже, они потом будут обсуждать этот вопрос. Он должен быть просто, спокойно. Ваше отношение к ним должно быть истинно, которое говорится с любовью. Это все должно быть. Нельзя позволять себе всяких фривольных словечек. Понятно, да, что такое фривольные словечки? Грубых, вульгарных. Не надо ходить с фарисейским лексиконом. Надо говорить просто, естественно, спокойно. Но не дерзко. Не употреблять их словечки вульгарные, чтобы приобрести у них популярность. Если вам надо какое-то слово сказать, слово, которое непонятно, объясните его, это тоже нормально. Есть слова, которые они не понимают. Во всем должна быть вот эта умеренность, естественность, простота. Она выращивается не как профессионализм. Она выращивается по-другому. Она выращивается от навыка ходить пред Богом. Она выращивается от навыка научиться понимать и ценить сокровища неба. Я вам хочу сказать, это не так просто. Я вот вам говорила о том, что мне было нетрудно оставить университет. Но когда мои пути сильно заужались, эти искушения приходили, что я какие-то вещи, может быть, сделал напрасно. Я знаю, что это искушение. Какие-то вещи могут приходить, но это не значит, что им надо следовать. Не значит, что в этот момент надо одеться, потому что так я быстрее найду себе мужа или жену, что-то делать. Но значит, что надо пройти это с Господом. Не надо думать, что если имеют успех какие-то люди, которые не ведут себя свято, не ревнуй злодеям, успевающим в путях своих. Надо остаться верным на пути, ты будешь счастлив. А дети, которые будут с тобой... Знаете, маленький рожденный цыпленок, он идет за курицей, да? Поставишь утку, за уткой пойдут. Там есть одна опасность, она уйдет в воду, а цыплята не плавают, как я понимаю. Вот плохо, если мы говорим о Христе, а потом их идем туда, куда плавать они не смогут. Вот здесь надо быть очень внимательным. Пусть вся наша жизнь, она будет отражением и благоуханием того, кто возлюбил нас и призвал нас в чудный свой свет. Я хочу сказать, это внутреннее счастье, это великая радость, это открывает двери для помазания, это дает успех. Это, в принципе, самое главное для нашей внутренней жизни. Это обеспечение нашего духовного труда. Оно начинается с чисто внутренних духовных вещей и должно на этих корнях стоять. Но оно должно осветить все наши стороны жизни. Я не могу быть духовным и грубо говорить с людьми. Я не могу быть духовным, нарушая все время мир.
Я не могу быть духовным, если весь мой внешний вид, он на самом деле показывает, что мной владеют совершенно другие страсти. И стихии этого мира оказывают на меня влияние. В этом смысле наши дела и наше поведение, они будут говорить громче наших слов. Но пусть Бог поможет, чтобы громче всего в нашем сердце говорила любовь Божья, показывая себя в нашей внешности, в нашем внутренности, в нашем хождении, в нашем служении. И пусть Бог в этом благословит, я скажу, не вас, а нас. И мы за это помолимся. Аминь.